плечи и локти расслаблены. Все внимание в руки. Мы чувствуем соприкосновение рук, чувствуем тепло, возникающее между руками. И со вдохом руки, с выдохом, вниманием скользим в глубину груди. Глаза прикрыты полностью, на вдохе пламя свечи, горящее перед грудью. С выдохом пламя свечи отражается в глубине груди. Со вдохом чувствуем тепло, возникающее в груди, а с выдохом тепло из груди растекается по всему телу, до кончиков пальцев рук и ног. Глаза остаются закрытыми, ладони подносим к глазам, но не плотно. Есть пространство между ладонями и веками. На вдохе мы чувствуем это пространство, чувствуем тепло, идущее от рук, темноту перед глазами, плотность пространства. А с выдохом доводим ощущение до затылка. Вдох, пространство между ладонями и веками, с выдохом ощущение ведем к затылку. И умываемся. Руки ведем к затылку, под подбородок и последнюю линию вниз. Руки на поясе и начнем движение головы. Голова идет вниз с выдохом, на вдохе вверх. Ну и стараемся не запрокидывать голову, а носом тянуться вверх. После очередного выдоха серединка. Макушкой тянемся вверх и смотрим за правое плечо. Вдох посерединке, выдох за левое. Все время стараемся макушкой вытягиваться вверх. Серединка. И начинаем правым ухом тянуться к правому плечу, вдох посерединке и к левому плечу. Ухом тянемся. Постепенно завершаем. И голову свешиваем вниз. Голова начинает по кругу идти к правому плечу, за спину, к левому и вперед, и не быстро. Медленно, плавно, если где-то чувствуются участки немножечко, может быть, болезненные или труднопроходимые, там еще чуть медленнее. Доводим до того момента, когда голова будет вниз направлена и в обратную сторону. Сейчас готовимся постепенно завершать. Не сразу останавливаемся, а 4 оборота.
и каждый оборот мы уменьшаем амплитуду вращения. Круг все меньше, меньше и меньше, пока совсем не остановимся. И остановившись, глаза прикрыты, отслеживаем ощущения в теле. Глаза открываем, руки опускаем, руки идут вперед, мы цепляем пространство перед собой и с усилием тянем, тянем на себя. И выдох. Со вдохом. Тянем, тянем, тянем. И выдох. И еще тянем. И выдох. Следим за тем, чтобы локти вниз не уходили. Локти чуть выше плечи, либо вверх на плечи. И последний раз. Руки через стороны в замочек на затылке. И на вдохе мы раскрываем грудь, смотрим вверх. С выдохом чуть приседаем, округляем спину и стремимся локти свести. Но представляем, что между локтями тугая упругая пружина, и мы с усилием сводим локти. Еще разок. После очередного выдоха поднимаемся, замочек расцепляем и готовимся к танцу Шивы. Для этого ступни ног делаем вместе. Так. Левую руку на бедро. Готовим свою правую руку. Я ваше зеркальное отображение. И вспоминаем, что мы с вами делали вчера сначала. Итак, рука идет к животу, в сторону, к голове, к плечу, обратно. Голова, в сторону, живот, плечо. По счету. 1, 2, 3, 4. Обратно. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, обратно, 4, 3, 2, 1. Руку оставляем, нога влево, вперед, в сторону, назад, пристань, обратно, назад, в сторону, вперед, пристань. Попробуем сразу же совместить. И 1, 2, 3, 4, обратно, 4, 3, 2, 1. Вперед. 1, 2, 3, 4. Обратно. 4, 3, 2, 1. Вперед. 1, 2, 3, 4. Обратно. 4, 3, 2, 1. И еще раз. 1, 2, 3, 4, обратно, 4, 3, 2, 1. Отлично. Левая рука на бедро, правая рука, вернее, на бедро, левую руку готовим и начинаем. 1, 2, 3, 4, обратно, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, обратно, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, обратно, 4, 3, 2, 1. Руку оставляем, правая нога. 1,
два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Пробуем вместе с рукой. И один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Вперед. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Отлично. Руки крест-накрест. Глазки прикрываем. Мягко, спокойно дышим. Вспоминаем то, что мы только что с вами делали. И готовимся к тому, что сейчас будут две руки у нас работать. Глаза открываем и обе руки готовы. Сначала только руки. И один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Начинаем добавлять ноги, начиная с левой ноги. И один, два, три, четыре, обратно, четыре, три, два, один. Другая нога. Один, два, три, четыре, обратно, четыре, три, два, один. Другая нога. Один, два, три, четыре, обратно, четыре, три, два, один. И другая нога. Один, два, три, четыре, обратно, четыре, три, два, один. Еще по одному разу. Один, два, три, четыре, обратно, четыре, три, два, один. И другая нога. Один, два, три, четыре, обратно, четыре, три, два, один. Ступни ног вместе, руки крест-накрест, глаза прикрыты. Мягко, спокойно дышим. Если с ногами пока тяжело совмещать, то лучше пока только руки делать. Так, мы открываем глаза и новое движение с вами выучим. Левая рука тыльной стороной на бедро, а правую руку ставим так, чтобы запястье смотрело в солнечное сплетение. То есть не на шее, не на пупке, а именно в солнечное сплетение. Вот сюда. Итак, отсюда кончики пальцев к солнечному сплетению пойдут, затем ладошка провернется вверх, затем назад и вновь выходим перед собой. Да. И обратно. Назад круг очерченный, ладошка, кончики пальцев к солнечному сплетению и запястье. И еще раз. К себе ладошка. За спину перед собой. Обратно. За спину ладошка. К себе и от себя. К себе ладошка, за спину, перед собой, обратно, за спину, ладошка, к себе и от себя. Попробуем по счету. Один, два, три, четыре, обратно, четыре, три, два, один. Один, два, три, четыре, обратно. Четыре, три, два, один. И еще. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Последний раз. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. На бедро
И левая нога. Забываем все, что мы делали до этого левой ногой. И начинаем по новой учить. Нога идет вперед, затем сразу же назад. Затем в сторону и приставить. Обратно также в сторону, назад, вперед, приставить. Вперед, назад, в сторону, приставить. Обратно в сторону, назад, вперед, приставить. Вперед, назад, в сторону, приставить. Обратно в сторону, назад, вперед, приставить. Еще. Вперед, назад, в сторону, приставить, обратно в сторону, назад, вперед, приставить. Теперь по счету, чтобы запомнилось, на какой счет куда нога идет. Итак, 1, 2, 3, 4, обратно, 4, 3, 2, 1, вперед. 1, 2, 3, 4, обратно, 4, 3, 2, 1. И еще вперед. 1, 2, 3, 4. Обратно. 4, 3, 2, 1. Отлично. Ну, вы сами понимаете. Рука плюс нога. Попробуем. Да, вот я не вижу совсем ничего. Ну, мне тоже плохо видно. Так вот. Это плохо. Надо, чтобы меня хорошо было видно. Ну, давайте встаньте вперед. Остановитесь, я знаю себя. Что еще? Итак, нога у нас левая готовится, рука правая. И 1, 2, 3, 4. Обратно. 4, 3, 2, 1. Вперед. 1, 2, 3, 4. Обратно. 4. 3, 2, 1. Вперед. 1, 2, 3, 4. Обратно. 4, 3, 2, 1. И еще. 1, 2, 3, 4. Обратно. 4, 3, 2, 1. Один. Угу. Рука на бедро. Готовим свою левую руку. И начинаем левой рукой привыкать к этому движению. Итак, к себе ладошка. За спину перед собой. Обратно. За спину ладошка. К себе и от себя. К себе ладошка. За спину. Перед собой, обратно, за спину, ладошка, к себе и от себя. К себе, ладошка, за спину, перед собой, обратно, за спину, ладошка, к себе и от себя. По счету. 1, 2, 3, 4, обратно, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, обратно, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, обратно, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, обратно, 4, 3, 2, 1, хорошо. Рука на бедро, готовим свою правую ногу и правой ногой. Вперед, назад, в сторону, приставить. Обратно, в сторону, назад, вперед, приставить. Вперед, назад, в сторону, приставить. Обратно, в сторону, назад, вперед, приставить. Вперед, назад, в сторону, приставить. Обратно, в сторону. Назад, вперед, приставить. По счету. 1, 2, 3, 4. Обратно. 4, 3, 2, 1. Вперед. 1, 2, 3, 4. Обратно. 4,
Три, два, один. Вперед. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Хорошо. Рука плюс нога. Угу. Готовим. Итак. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Последний раз. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. И руки крест-накрест. Глазки прикрываем. Мягко, спокойно дышим. Глаза открываем и готовим обе руки перед собой. Обе руки к себе, ладошки за спину, перед собой, обратно. За спину, ладошки к себе и от себя. К себе, ладошки за спину и перед собой, обратно. За спину, ладошки к себе. От себя. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре. Три, два, один. Руки пока отдохнут у нас тыльные стороны на бедрах. Начиная с левой ноги, поочередно ноги. И один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Другая нога. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Другая. Один. Два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. И правая нога. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Хорошо. Обе руки. Угу. Если сложно станет с ногами, то ноги оставляем, только руки продолжаем. Либо начиная с левой ноги. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Другая нога. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. И другая нога. Один, два, три, четыре. Обратно. Четыре, три, два, один. Отлично. Руки крест-накрест и глазки прикрыты. Наблюдаем свои ощущения. Не расстраиваемся, если пока что-то не получается. Первый раз это всегда очень сложно, танец Шивы. Требует большого внимания, но постепенно тело само запоминает движение, и уже телесная память дальше помогает работать.
Для мозга в любом случае это очень хорошо, так как восстанавливаются связи между клеточками мозга, улучшается память, и все ненужное и лишнее из головы просто уходит, не остается. Остается чистое сознание. Глазки открываем, руки не убираем, руки остаются. Ровное место. Пока идет. А мы с вами так, правая ножка, левая ножка. Теперь очень мягко. Руки вниз. Зачерпываем пространство снизу, через стороны вверх. Это вдох. И с выдохом разглаживаем пространство вокруг нас. Вдох, через стороны зачерпываем, идем. И с выдохом разглаживаем. Чувствуем плотность пространства. Словно кокон вокруг себя расправляем. И очередной раз через стороны вверх, а с выдохом ладони направлены вниз, и руки идут перед телом, но мысленно сквозь все тело, вытесняя все ненужное лишнее, как из тела, так и из сознания. И руки доходят до низа постепенно, глаза остаются прикрытыми, и опять же стоим, чувствуем себя, чувствуем, что нового появилось в нашем теле, в ощущениях себя. Открываем глаза и ладони над головой, левая рука выше правой, на левой руке большой палец в кулак, правой рукой беремся за запястье, чувствуем, где у нас правая нога, и загружая правую ногу, идем направо, смотрим вверх. Направо. В другую сторону, левую руку берем за запястье. Левая рука была выше. Вес тела переносим на левую ногу, чуть глубже наклон. И теперь делаем вдох, с выдохом возвращаемся, ладони над головой, глаза прикрыты. И сейчас все внимание в руки. Возможно, кто-то почувствует покалывание, либо как энергия из одной руки перетекает в другую. Чувствуем свои руки, чувствуем ощущения, возникающие. Открываем глаза, и теперь правая рука выше, на правой руке большой палец в кулак и левой рукой за запястье. Левую ногу загружаем, идем налево, смотрим вверх. Вес тела на правую ногу чуть глубже. Вдох, с выдохом возвращаемся, ладони над головой, глаза прикрыты. Чувствуем руки и чувствуем пространство вокруг рук. Открываем глаза, и одна рука давит с усилием на другую, руки с усилием начинают идти вниз. Мысленно, опять же, мы проводим их сквозь все наше тело, вдоль позвоночника. И вдоль позвоночника остается светящийся след в глубине нас. Теперь большие пальцы направлены вверх. Мы чуть приседаем, таз чуть выводим вперед. Грудь чуть-чуть раскрываем, не глубокий прогиб. Смотрим вверх, дышим. Поясницы не прогибаемся. Потихонечку возвращаемся. Ладони вместе. И сейчас ложимся на огромный шар. Представляем, что за нами огромный шар. И опять же, не глубоко пока. Руки идут в стороны. Приподнимаемся. Через стороны руки идут вперед. И мы пристаем на носочках. Руки повыше, корпус пониже, ноги попрямее. И стоим, фиксируем это положение. Ступни к полу, коленки подгибаем, отвисаем вниз.
Коленки подсогнуты, сразу же покачиваем головой из стороны в сторону, расслабляя шею, плечи, спину. Можно попокачивать вверх-вперед со вдохом, чуть приподнять, а с выдохом отпустить голову, и она сама свободно раскачивается. Выдохи мы с вами растягиваем, вдох естественный, выдох чуть более растянутый. Начинаем садиться, ноги выносим перед собой подсогнутые в колени, ладонями закрываем ступни ног сверху и голову свешиваем вниз. Шею расслабляем, чувствуем со вдохом все вокруг, с выдохом ощущаем глубину себя, дышим. Смещаемся на локти, поясницу плотно прижимаем к полу, руками отталкиваемся от таза, коленки вместе, носочки вовнутрь, пятки наружу, словно долик карточный из ног. И отталкиваясь от таза, позвонок за позвонком расстилаем у себя по боку. Ложимся, руки вдоль тела, ладони направлены вниз и начинаем с перекатом головы. Голова идет направо. И справа налево затылок по полу вдох, а слева направо затылок по полу выдох. Четыре подсчета про себя вдох и четыре подсчета про себя выдох. Наблюдаем ощущения, возникающие в теле от переката. Чувствуем затылочную часть головы, мягкие массажные воздействия, приятные. Доводим до того момента, когда голова у нас с вами будет повернута направо. И теперь делаем вдох, а с выдохом голову приподнимаем подбородок по ключицам. Слева направо затылок по полу вдох, а справа налево подбородок по ключицам выдох. И затылок по полу это вдох, подбородок по ключицам выдох. Очередной раз делаем выдох, затем серединка и в обратную сторону. Затылок по полу вдох и подбородок по ключицам выдох. Справа налево вдох и слева направо выдох. Постепенно завершаем, затылок остается на полу, руки идут в стороны, ладони направлены вверх, ноги подтягиваем к себе кончиками пальцев, касаемся пола. Помним, что в это положение мы возвращаемся с каждым вдохом и начинаем, делаем вдох, с выдохом носочки на себя, ноги к себе, и ноги идут направо, смотрим на левую руку. Вдох, кончики пальцев, с выдохом ноги идут налево, смотрим на правую руку. И носочки на себя тянем, не забываем. Вдох острый, выдох на себя.
благоприятное воздействие на весь позвоночник и область брюшной полости. Все органы мягко массируются. Серединка. Кончиками пальцев мы касаемся пола. Сейчас мы ноги поднимем с вами вверх, поднимаем ноги вверх, носочки на себя. И ноги пойдут сначала к правой ладошке, чуть-чуть зависнут над правой ладошкой, вернутся. Затем к левой ладошке зависнут над левой ладошкой, вернутся. И туда-сюда это будет раз. Таких делаем с вами 3 раза. Начинаем. Вдох посерединке, с выдохом ладошки. Кто сделал. Вновь кончики пальцев касаются пола. С двух сторон берем себя за коленки, подтягиваем ноги к себе через стороны от себя. Коленки вместе к себе, через стороны от себя. На свободном дыхании следим только за тем, как с каждой окружностью стараемся ее сделать все шире, больше. И очередной раз, подведя коленки к себе, в обратную сторону. Коленки вместе от себя, через стороны к себе. Начинаем завершать. Ступни ног делаем вместе, пятки поближе к себе, коленки в стороны, ладони сверху на внутреннюю поверхность бедер. Глаза закрываем и расслабляемся в этом положении. Чувствуем на вдохе руки, лежащие на внутренней поверхности бедер, а с выдохом тепло из рук направляем паховые связки, мышцы, сухожилия и идут из обедренных суставов. Вдох руки, выдох, тепло из рук в глубину, 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 идут из обедренных суставов. И постепенно, мягко дыша, направляя тепло, мы начинаем замечать, что даже если и чувствовался дискомфорт, то он постепенно уходит, а вместо него паховые связки, мышцы, тазобедренные суставы наполняются приятным теплом и расслабляются. Глаза открываем, ноги потихонечку подсобираем, подтягиваем к себе, беремся в замочек возле носочков, носочки вместе, коленки в стороны, тянемся головой между коленями и начинаем перекаты с плеча на плечо. Вдох посерединке, выдох в одну из сторон.
постепенно завершаем замочек поближе к коленям, коленки вместе, носочки острые. И за счет натянутых рук с выдохом накатываемся вперед и со вдохом откатываемся, округляя спину, позвонок за позвонком, без резких движений. С выдохом накатиться и со вдохом откатиться. Ноги стараются вырваться вперед, но руки не позволяют. Мы за счет этого не поднимаемся. Но без рывкового движения мы вырываемся, а просто слегка. Раз, и вперед. Очередной раз мы остаемся лежать на спине. Ноги выпрямляем, берем себя под коленками. Ноги под коленями прямые. Делаем вдох и с выдохом накатываемся на копчик и смотрим на носочки. На вдохе проглаживаем взглядом ноги до живота. И с выдохом накатиться, посмотреть на носочки, а со вдохом откатиться. Все руки постарайтесь прямые держать, в локтях не сгибать. Угу. Очередной раз накатившись, мы фиксируем себя и смотрим на носочки. Запоминаем, как они выглядят. Смотрим вверх, взгляд расфокусируем. И вновь переводим взгляд на носочки, глаза прикрываем. И вспоминаем, как же выглядели наши носочки. Вспоминаем, как выглядел воздух и пространство над нами. Открываем глаза, ступни к полу, коленки вместе, ноги не подтягиваем. Правая рука на левую коленку, левая на кончике пальцев. Макушкой тянемся вверх, смотрим за левое плечо. Мягко, спокойно дышим. Коленки вместе. Правая рука на левую коленку. Ага. Да, и локоть тянется направо. Да. Спинка ровная, тянемся макушкой вверх. Угу. Со вдохом вытягиваясь, с выдохом дозакручиваясь. Теперь можно остаться в этом положении либо на правой руке большой палец в кулак и локтем цепляемся за коленку и левая ладошка в пол. Если пока так тяжело, значит предыдущее положение. И помним, что можно остаться так, либо правая ладошка тоже в пол. И тогда вес тела в руки, смотрим за левое плечо, макушкой тянемся вверх, а руками мы словно растягиваем пол под собой, коврик под собой. Если обе ладошки пока не ложатся, значит предыдущий вариант. Мягко, плавно из того, что было, возвращаемся. И в другую сторону. Левая рука на коленку, правая на кончике пальцев. Тянемся макушкой вверх, смотрим за правое плечо. Со вдохом вытягиваемся, с выдохом дозакручиваемся. Можно остаться так, либо на левой руке большой палец в кулак, локтем цепляемся за коленку, правая ладошка в пол, и в этом положении находимся, дышим. В любом положении мы стараемся раскрыть грудь, не сутулиться, макушкой тянуться вверх. Можно остаться так, либо обе ладони в пол. Если обе ладони в пол, вес тела немного передаем в руки, растягивая коврик под собой, тянемся макушкой вверх. Потихонечку начинаем возвращаться из того, что было,
берем себя под коленки, локти прижимаем вплотную к бедрам и головой тянемся в живот. Локти к бедрам. Голову поднимаем и подбородком тянемся к коленкам, либо цепляемся в выемки под коленками. Грудь плотнее прижимаем к бедрам, носом тянемся к носочкам. Подбородок параллельно полу, взгляд вверх. Плечи проворачиваем вверх-назад. И раскрываем грудь. Голову не запрокидываем, лицо параллельно потолку. Округляя спину, спиной тянемся назад. Возвращаемся ладонями, закрываем коленки. Ступни ног делаем вместе. И от колени скользим к носочкам, беремся в замок. Покачивая ягодицы из-под себя, убираем. И начинаем. Голову свешиваем, шею расслабляем. В идеале ложимся лбом на ступни. Помним, что все снизу у нас подтянуто. Удерживаем нижний корневой замок, который называется мулабандха. Не забываем про него. Поднимаемся, держа себя за лодыжки, спиной тянемся назад, голова свешивается. Руки прямые в локтях, плечи проворачиваем вверх-назад, носом тянемся вверх и все снизу сильно-сильно подтягиваем. Глаза к межбровью, язык по верхнему небу вверх и делаем вдох, 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 вдох. Поверхностный выдох и снова вдох, 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 чтобы ощущения по позвоночнику от копчика стали подниматься вверх. Серединка. Аккуратненько коленки подтягиваем, ноги подтягиваем к себе и, отталкиваясь от коврика, отвисаем вниз. Коленки подсогнуты пока. Покачиваем головой из стороны в сторону, вверх и вниз. Теперь, отталкиваясь от лодыжек, ноги подвыпрямляем в коленях, ребра к бедрам, взгляд вверх, со вдохом идем вверх, а с выдохом вниз. Несколько вдохов-выдохов, на вдохе идем вверх. С выдохом вниз. Когда идем вверх, то ребра идут к бедрам, а взгляд вверх. Прогиб небольшой в поясничном отделе стараемся сформировать. Остаемся внизу, вытягиваемся вниз по ногам. Освобождаем ноги, ладони в пол перед собой, оседаем вниз и садимся так, чтобы ноги у нас были прямые, носочки на себя, ладони в пол вокруг ног, покачивая ягодицы из-под себя, убираем. Делаем вдох и долгий выдох вниз. Со вдохом поднимаемся, округлое движение рук. Выдох к себе. Вдох и выдох от себя, носочки сильнее на себя. На вдохе раскрываем грудь и с выдохом от себя.
После очередного выдоха руки вверх, вверх, из-за головы. И вдох над макушкой, а выдох за спину. На вдохе начинаем тянуться за руками вверх, а с выдохом смещаемся копчику, округляя спину. Вдох вверх, выдох, смещаемся. И сейчас будет вдох, прогиб груди. С выдохом округлое движение к животу, к подбородку и сверху за носочки. Покачиваясь ягодицы и сосками, убираем. Ребрами наползаем на бедра или стремимся наползти. Голову в крайнем положении свешиваем, шею расслабляем. Но все снизу подтянуто. Кончик языка убираем в десну за передними зубами. И на вдохе чувствуем межбровье, выдох, напряженные участки. Приподнимаемся, держась за ноги, тянемся спиной назад. Берем себя под коленки, локти вплотную к бедрам и голова поглубже к животу. Подныриваем, плечики проворачиваем вверх-назад, ладони плотно в пол вокруг ягодиц, носочки острые и вверх. И движение головой с выдохом вперед. Вдох назад, стараемся сильно не запрокидывать. И макушкой вытягиваемся из позвоночника. После очередного выдоха всем телом вниз и вверх. Вверху остаемся, смотрим вперед, локти подсгибаем по возможности, тянем их друг к другу, поясница вниз, ягодицы вверх. Не садимся, поясница тянется вниз, а ягодицы вверх на весу. Тяжелая. Ну что теперь, группировка. И потихонечку садимся. Спинка. Ровная, макушкой тянемся вверх, ладони направлены также вверх, и закрываем глаза. Останавливаем дыхание, мягко, спокойно дышим. Чувствуем пространство вокруг, чувствуем свет, воздушность, легкость. А с выдохом чувствуем глубину себя, чувствуем свою плотность, телесность и вещественности. Ножки выносим вперед, ладони в пол. Ноги не вместе. Так. Носочки острые и вверх. И правая нога вверх, носочек на себя.
Носочек острый, левая пятка от пола. Пятка на пол, ступня на коленку, таз повыше. И пятка от пола. Пятка на пол, коленка поближе к себе, мы оседаем вниз. Беремся в замочек за правую ступню, левый носочек на себя все время фиксируем. И со вдохом идем вверх, с выдохом к себе поближе. На вдохе вверх и с выдохом поближе к себе. Ну и опять же помним, что это не механические движения. Каждое движение стараемся почувствовать, понять. А именно сейчас на вдохе нога словно полый сосуд наполняется жизненной силой и энергией, которые находятся вокруг нас, в окружающем пространстве. А с выдохом мы эту силу и энергию упаковываем в правом подреберье, плотно прижимая бедро к корпусу. И теперь нога идет вверх, мы фиксируем ногу, глаза прикрываем, мягко, спокойно дышим. Чувствуем со вдохом носочек и макушку, а с выдохом идем в напряженные участки тела, туда, где больше всего чувствуется напряжение. Дышим. Открываем глаза, ногу подгибаем, беремся указательным, средним и большим пальцем за большой палец ноги, а левой рукой под коленку себя придерживаем. И теперь со вдохом мы отводим ногу в сторону, а выдох поближе к себе. При этом носочек левой ноги все время смотрит на себя. Макушкой мы тянемся вверх и стараемся спину держать ровно. Очередной раз, отведя ногу в сторону, фиксируем это положение. Смотрим на носочек левой ноги, а он натянут на себя. Тянемся макушкой вверх и глаза прикрываем. На вдохе чувствуем область межбровья, с выдохом правый тазобедренный сустав. Дышим. Открываем глаза, потихонечку ногу подтягиваем к себе, ставим и сопровождаем ногу вперед. Подтягиваем левую ногу к себе, садимся поудобнее, ступню убираем в бедро изнутри. Ладонями закрываем коленки, левой рукой отталкиваемся от левой коленки, а носом стремимся потянуться к правой. И если нос дотягивается до правой, то просто идем мимо ноги вниз. Приподнимаемся. И теперь внимание. Левая рука у нас идет на правую коленку, а правая за носочек. Да. И теперь мы идем вниз, голова свешивается слева от ноги, то есть мы не по ноге идем, а именно слева, для того, чтобы позвоночник оставался все время ровным. И можно остаться как есть, либо левая рука изнутри фиксирует пальчики правой руки.
Вот это правильный захват, когда левая рука изнутри фиксирует пальцы правой руки. Вот так изнутри. Не вверх, а вот так. Угу, да. Держась за ногу, тянем спину назад. Проглаживаем ногу до коленки, плечи проворачиваем вверх-назад. И правая рука остается на коленке, левая идет к левой коленке. Отталкиваясь от ног, начинаем идти вниз по средней линии между ног. Носочек не забываем тянуть на себя. Высоко над полом смещаемся к левой коленке. Теперь либо просто намечаем наклон вниз, придерживая себя, либо левая рука на коленке, правая сверху, и подбородком цепляемся за тыльную сторону правой кисти. Если так пока тяжело, то просто ладони придерживают себя и намечаем наклон вниз. Если удалось зацепиться, то носочек правой ноги на себя. И мы чувствуем правую ягодицу и стараемся на мышцах потянуть ее к полу. Она немножечко приотрывается, она не дотягивается до пола, но мы действие такое принимаем в отношении к ней. Поднимаемся, плечики проворачиваем вверх-назад. И теперь левая рука уходит за спину. А правой рукой мы помогаем либо тыльной стороной нащупать ребра, либо оттолкнуться от бедра. То есть левая рука уходит за спину, правую мы просто ее подтягиваем и помогаем либо от бедра оттолкнуться, либо к ребрам. А правая рука на коленку, на левую. Да, на левую. Все, теперь смотрим за левое плечо, макушкой тянемся вверх. Помним, что носочек тянем на себя. Там на ночной съемке стоит. Правая рука тыльной стороной отталкивается от коленки, и рука в локте прямая. И теперь из того, что было мягко, плавно начинаем возвращаться. Правая рука тыльной стороной остается лежать на бедре, а левая рука через верх стремится пойти к носочку, либо берется за носочек. Плавно, без рывков, аккуратненько разворачиваемся над ногой и вновь беремся, да вытягиваемся по ноге. Не, старайтесь не подниматься высоко, вот как были над ногой. Просто разворачиваемся и до вытягиваемся чуть глубже, возможно, чем первый раз. Держась за ногу. Тянем спину назад, проглаживаем, берем себя под колено, головой тянемся в живот, подныриваем вверх и плечики проворачиваем вверх-назад. Хорошо. Обе ладони слева от себя, поднимаемся на левой коленке, правая ступня параллельно коврику, если коврики тонкие, подкладываете под левую коленку. И руки через стороны вверх,
Большие пальцы перекрещиваем, снизу смотрим, на руки тянемся вверх. Смотрим перед собой и продолжаем руками тянуться вверх. И теперь руки мягко через стороны пошли вниз. Правая рука остается на правом бедре, а левая рука вновь через сторону вверх. И мы начинаем скользить правой рукой по правой ноге, смотрим вверх. Аккуратно из того, что было, возвращаемся. Ноги остаются, как были, только корпус разворачивается. И мы либо намечаем наклон вперед, кончиками пальцев себя придерживаем. Если можем дальше, то левая рука за носочек, правая за пятку и поглубже вниз по правой ноге. Хорошо, приподнимаемся и вновь кончики пальцев делаем в пол. И теперь обе ноги прокручиваем вперед. Прокрутили вперед. Нога сзади на носочке осталась. Правую ногу втягиваем в правый тазобедренный сустав. Тянули. И теперь левой рукой мы себя придерживаем, левая рука в пол, правая за носочек. И идем вниз по правой ноге. Если очень хорошо получается, то можно обе руки сделать за носочек. Здесь бедро вертикально. Нет. Да. Хорошо. Потихонечку приподнимаемся и садимся либо на ступню, если тяжело на ступню, то не на ступню. Если возможность есть на ступню, то на ступню. И правая нога поверх левой. Либо на ступню, либо мимо, правая поверх левой. Правая рука уходит за спину, левая вверх и раскрываем левые ноги. И снизу смотрим, тянемся за рукой. Большой палец в кулак, локтем цепляемся за коленку. Живот выводим из-под бедра. Тянемся макушкой вверх, смотрим за правое плечо. Можно остаться в этом положении, либо левая рука идет к коленке, либо еще и к носочку. Ну, можно еще попробовать глубже. Это левая рука идет под коленку и берется в доступный замочек справа. Мягко из того, что было, аккуратненько распутываемся. Правая нога, поднимаемся, отвисаем вниз, коленки подсобники. Отталкиваясь от ног, ребра к бедрам, взгляд вверх, вниз. Отталкиваемся кончики пальцев в пол, носочки на себя, ребра к бедрам, взгляд вверх. Ступни в пол, кончики пальцев подальше за пятки. И вновь кончики пальцев перед собой, носочки на себя, взгляд вверх. По одной, либо сразу обе ладони под ступни. Если очень хорошо получается, то межпальцевое пространство между средним и безымянным пальцем к пятке,
И пальцевое замыкание изнутри ступни, большой и указательный палец. Аккуратненько из того, что было, берем себе за большие пальцы ног, локти тянем в стороны. И локти к голени. Большие пальцы освобождаем ладони в пол перед собой, отшагиваем правой ногой и левой ногой на коленки. Коленки вместе, носочки острые, ладони под плечами и движение кошки. Смещаемся к пяткам. И подлегиваем вверх на вдохе. С выдохом круглой спиной накатываемся на прямые руки. С вдохом поднырнуть. И с выдохом накатываемся. И очередной раз, подныривая вверх, мы вверху остаемся. Плечики проворачиваем назад. Глаза к межбровью. Язык по верхнему небу к горлу. И чувствуем на вдохе макушку, на выдохе копчик. Золотистая, белая, гудящая, полыхающая дуга над позвоночником. И на вдохе полыхает ярче, с выдохом гул в позвоночнике отдается. Обратно. Накатываемся круглой спиной на прямые руки. Головой тянемся в живот. Живот подтянут. Вдох межбровья, выдох промежности. Направляем белый луч света из межбровья в промежности. Серединка. Правый носочек налево, цепляемся кончиками пальцев, вытягивая себя, оседаем на пятки, вытягивая спину, позвоночник. И в крайнем положении голова свешивается, шея расслабляется, руки свободно, тоже чуть подсогнуты вокруг головы. И стараемся сразу же полностью отпустить все напряжения, дышим. Начинаем подниматься, ладони скользят по коврику к коленям. Голова в последнюю очередь, плечики проворачиваем вверх-назад, глаза прикрыты. И 2-3 вдоха-выдоха просто сидим, чувствуем себя. Открываем глаза, ноги свободно перекрещиваем, выводим вперед, либо удобный для себя образ. Ладони в пол, покачиваемся ягодицами под себя ударами, носочки на себя, ладони в пол, делаем вдох и долгий выдох вниз. На вдохе поднимаемся, округлое движение рук, выдох к себе, вдох и выдох от себя. Со вдохом сразу вверх, до вдох из-за головы, выдох за спину. Тянемся на вдохе вверх, а с выдохом смещаемся к копчику. Вдох, прогиб в груди. С выдохом к животу, к подбородку и сверху за носочек. И вновь покачиваясь, садимся поудобнее. Ребрами стремимся наползти на бедра, голову свесить и шею расслабить. Все снизу подтянуто, кончик в десну за передними зубами, голова свешивается, шея расслабляется.
Вдох межбровье, выдох в напряженные участки. Держась за ноги, тянем спину назад. Ладони под колени, локти вплотную к бедрам. И голова с каждым выдохом поглубже в живот. Подвигаем. Плечики проворачиваем. Ладони в пол вокруг ног. Носочки острые и вверх. Левая нога вверх, носочек на себя. Носочек острый и правая пятка от пола. Пятка на пол, ступня на коленку, таз повыше. Пятка от пола. Пятка на пол, коленка к себе поближе, потихонечку оседаем. Беремся в замочек за левую ступню, носок правой ноги на себя. И со вдохом ведем ногу вверх. Выдох поближе к себе. Очередной раз, ведя ногу вверх, мы фиксируем это положение. Глаза закрываем и чувствуем на вдохе носочек и макушку с выдохом туда, где тянется сильнее всего. Дышим. Открываем глаза и ногу подгибаем. Левой рукой беремся за большой палец ноги. Вилочкой из указательного среднего и большого пальца на руках. Правой рукой берем себя под коленку. И со вдохом начинаем отводить ногу в сторону. Выдох поближе к себе. Стараемся спинку держать прямо ровно. Макушка тянется вверх. Очередной раз, отведя ногу в сторону, фиксируем. Смотрим на носочек правой ноги. Носочек тянем на себя. Макушкой тянемся вверх и глаза прикрыты. Вдох межбровья, выдох левый тазобедренный сустав выше. Открываем глаза, подтягиваем ногу к себе и аккуратненько выводим вперед. Правая нога к себе и изнутри упираем ногу в бедро. Ладонью закрываем коленки и, отталкиваясь от правой, стремимся носом потянуться к левой. Изнутри носом, то есть не над самой ногой, а именно изнутри. Если легко доходим, то просто идем глубже вниз. Носочек на себя. Поднимаемся. Правая ладошка закрывает левую коленку, а левая рука смещается на носочек. И теперь идем вниз по левой ноге. Голова свешивается справа от ноги, даже если это высокое положение, все равно справа от ноги, чтобы позвоночник оставался ровным. Можно остаться как есть, либо обе руки за носочек.
правая изнутри фиксирует кончик пальца левой. Держась за ногу, тянем спину назад, проглаживаем до коленки плечи, проворачиваем вверх-назад, и левая рука остается на левой коленке, правая идет к правой, и отталкиваясь от ног, мы начинаем идти вниз по средней линии между ног. Можно так и остаться, либо левая рука скользит по ноге и изнутри в ступни отталкивается. Невысоко над полом смещаемся к правой коленке, либо придерживаем себя, либо правая рука на колено, левая сверху, и подбородком цепляемся за тыльную сторону левой кисти. Носочек левой ноги на себя. И левая ягодица стремится на мышцы, потянуться до пола. Поднимаемся, плечики проворачиваем вверх-назад. И правая рука идет за спину. Левой рукой берем правую руку. Либо тыльной стороной за ребра цепляем, либо поглубже отталкиваемся от бедра. Левая рука на правую коленку, и мы смотрим за правое плечо, макушкой тянемся вверх. Левая рука тыльной стороной отталкивается от коленки, и рука в локте прямая. Из того, что было, начинаем раскручиваться. Левая рука тыльной стороной остается на бедре, а правая через верх стремится пойти к носочку, либо берется за носочек. Сейчас, не поднимаясь низко над полом и аккуратненько из того, что было, возвращаемся и довытягиваемся по левой ноге чуть глубже, возможно, чем в первый раз. Держась за ногу, тянем спину назад, проглаживаем, берем себя под колени, головой тянемся в живот. Подныриваем вверх, плечи проворачиваем вверх-назад. Обе руки справа от себя, поднимаемся на правую коленку, если по руке тонкие, подкладываем, сворачиваем колени. И руки через стороны идут вверх, большие пальцы перекрещиваем, снизу смотрим на руки, тянемся вверх. Смотрим перед собой. И продолжаем вытягиваться вверх руками. Руки через стороны начинают идти вниз. Левая рука остается на левом бедре. Правая вновь через сторону. И наклон по левой ноге. Смотрим вверх. Начинаем возвращаться из того, что было. Ноги остаются как есть, разворачиваемся только корпусом, и либо кончики пальцев в пол мы намечаем наклон вниз с двух сторон от ноги, пальцы, руки, либо левая рука к пятке, правая к носочку и поглубже вниз по ноге. Кончики пальцев в пол вокруг ноги, и обе ноги теперь проворачиваем вперед, а после того, как провернулись,
чтобы под коленкой оставалось 90 градусов под правой. Правая нога стоит и под 90 градусов. Правая ладошка в пол, левая за левый носочек и потихонечку вниз по ноге. Если очень хорошо получается, можно обе руки за носочек. Потихонечку приподнимаемся. Садимся на правую ступню, либо нижнюю ступню. Левая нога поверх правой. Левая рука уходит за спину, правая вверх и правые ребра раскрываем. Снизу смотрим, тянемся. Большой палец в кулак, локтем цепляемся за коленку. Живот выводим из-под бедра, тянемся макушкой вверх. Можно остаться как есть, либо рука идет в коленке, либо еще к носочку. Глубокий вариант – это рука идет под коленку и берется доступный замочек с левой. Мягко, плавно возвращаемся из того, что было. Левая нога подшагивает, правая нога, и коленки подсобники отвисаем вниз. Отталкиваясь от лодыжек, ребра к бедрам, взгляд вверх и вниз. Отталкиваемся кончик пальцев в пол, носочки на себя, ребра бедром взгляд вверх. Ладони аккуратно под ступни. Руки освобождаем, беремся за большие пальцы ног, локти тянем в стороны. Освобождаем большие пальцы, ладони в пол, отшагиваем правой и отшагиваем левой. Будем вспоминать сейчас наши перепады, которые мы вчера с вами делали. Ладони под плечами, носочки у нас на себя. Теперь не подтягиваем ни рук, ни ног, мы выходим в горку, в меру асаны. И стараемся из рук и из ног вытолкнуть копчик вверх. Стоим, находимся, дышим. Итак, первый перекат. Мы привстаем на носочки, волной вес тела переносим в руки, либо коленки к полу, либо нет. Таз отвисает вниз. Раскрываем грудь, смотрим вверх. Все снизу подтянуто. Дальше низкий уход, лежим в горку. Стоим, дышим, отдыхаем, готовимся к следующему перекату. Сейчас у нас будет перекат через мизинцы на подъем ступней. Итак, перекат через мизинцы на подъем ступней. Откат на носочки, таз вверх, грудь к полу. Отсюда перекат через мизинцы на подъем ступней, подмеренный вверх. Голова вниз и таз толчком на полную ступень вверх. Теперь таз остается вверху, не идет вниз. Мы только подсгибаем руки и подныриваем головой вверх. А теперь макушкой стремимся
потянуться вниз, либо поставить на пол. Макушка от пола, коленки к полу. Левый носочек на правый. Кончиками пальцев не цепляясь, вытягиваем спину, позвоночник, оседаем на пятки и в крайнем положении полностью расслабляемся. Начинаем подниматься, ладони по коврику к коленям, голова в последний ночи, плечи поворачиваем вверх-назад, глаза пока прикрыты, 2-3 вдоха-выдоха, сидим, чувствуем себя. Открываем глаза, опять же удобный для себя образ, ноги выносим вперед, и сейчас мы с вами сделаем такую панаяму, которая выравнивает, гармонизирует и, в общем-то, готовит к шавасане очень хорошо. Садимся либо в ситхасану. Ситхасана – это левая пятка поближе к себе, а правая нога – 4 пальца между бедром и икроножной мышцей, но в этом положении должно очень удобно сидеться. Если такого нет, то просто левая нога ближе, правая сверху, свободный перекрест. В общем, сесть нужно так, чтобы ноги не отвлекали ни в коем случае. Если в ногах чувствуется дискомфорт, то лучше просто перекрестить ноги, потому что это сейчас не главное. На левой руке большой указательный палец мягко соприкасается. Правая рука, указательный и средний вверх, а безымянный на мизинец накладывается. И, по сути, безымянный и мизинец, вот эта часть, она по площади примерно такая же, как большой палец. И, по идее, заменяет большой палец. Мы будем попеременно зажимать правую и левую ноздрю. А при этом указательный и средний будет у нас зафиксирован на области межброви. Если так тяжело и непонятно, и рукам тоже сложно, то просто вот берем правое-левое, правое-левое. Здесь, опять же, важнее дыхание. Теперь послушайте, как мы будем дышать. Вдох у нас будет по левой ноздре, выдох через правую. Вдох через правую, выдох через левую. И опять же вдох через левую, выдох через правую. Какая наша задача? Наша задача растягивать вдохи и выдохи максимально. Но не стараемся сразу этого делать. Сначала дышим естественно. Постепенно, когда все у нас успокаивается внутри, гармонизируется, они сами по себе начнут более растянутыми, выдохи и вдохи. Итак, либо упираем кончики пальцев, выдох через обе ноздри, зажимаем правую слегка и вдох через левую. Левую зажимаем, выдох через правую. Вдох через правую. Выдох через левую. Вдох через левую. Выдох через правую. Дальше самостоятельно.
при этом добавляем движение в глаз. Со вдохом оба глаза, зрачки идут к межбровью. А с выдохом, если мы выдыхаем, например, через правую ноздрю, то к правому внешнему краю глаза. Потом снова вверх межброви. А затем к левому краешку глаза внешнему. При самостоятельной практике можно это выполнять от 5 минут, меньше смысла нет. Но сейчас мы постепенно с вами начнем заканчивать, а заканчиваем мы с вами выдохом через левую ноздрю. Пока этого не произошло, мы продолжаем дышать. Если выдох через левую ноздрю произошел, то также большой указательный палец соединяем. Глаза прикрыты. Чувствуем себя, чувствуем эффект от пранаям. Глазки открываем и потихонечку будем ложиться, стараясь сохранить это состояние. Аккуратненько ручки вперед. Смещаемся в спину. Кошечки на плечо, на голову. Дальше. Отталкиваясь от таза, позвонок за позвонком, расстилаем себя по коврику, грудь, замочек, замок на затылке и движение головой вверх и вперед. Расправляем шею на грудной отдел позвоночника. Вытягивающее движение сначала вверх, а затем чуть вперед. 2-3 таких вытягивающих движения. После чего подвытягивая затылок, укладываем на коврик, руки идут в стороны, ладони направлены вверх, подмышки, паховые связки открыты и глаза закрываем. Закрываем глаза и готовимся к полному, поэтапному расслаблению. Чувствуем язык во рту и язык во рту расслаблен. Чувствуем, как вслед за языком расслабляются челюсти,
мышцы лица. Кожа головы. Мы чувствуем лоб, область межбровья и представляем, что на область межбровья капает теплая капля ароматного масла. И растекаясь по всему лбу, она разглаживает его. Выравнивает и снимает остаточное напряжение как со лба, так и с лобных долей мозга. И мы позволяем себе позволить себе же лучше расслабиться, глубже погрузиться в покой, сознания, телесный покой, окружающего нас. Расслабиться и глубже погрузиться в покой, я буду называть участки тела, а вы постарайтесь их в себе почувствовать и, почувствовав, отпустить остаточное напряжение. Чувствуем кончики пальцев рук и кончики пальцев ног. Мысленно попокалываем и попощипываем кончики пальцев рук и ног. В своем сознании мы окрашиваем кончики пальцев рук и кончики пальцев ног в золотисто-белый, едва уловимо пульсирующий солнечный свет. И мы чувствуем пальцы рук и
Чувствуем копчик и макушку. Ощущаем пупок и
чувствуем ребра. Левый бок спокойный, равновесные удары сердца. Правый бок отголоски спокойных, равновесных ударов сердца. Чувствуем грудь полностью. Скользим в глубину живота, в животе темно и тепло. Темную, теплую глубину живота. Со вдохом мы наполняем золотистым светом, а с каждым очередным выдохом своему сознанию нырнуть в тело, словно в мягкое, бархатистое.